Космодемьянский музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера является объектом социального туризма. Именно здесь с 2018 года проводится экскурсионная детская программа «По следам Остапа». Приглашаю вас познакомиться с частичкой нашей работы. Улыбнуться и удивиться вместе с нами. И сегодня мы Данила называем как? Остап Бендер. Остап Бендер. Все правильно. Давай мы тебе поможем. Остап, а знаете, какое полное имя было? Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Запомнили? Нет. В 1922 году был написан роман «12 стульев», в котором главным героем стал Остап Бендер. И в этом романе есть 34-я глава, которая называется «Межпланетный шахматный конгресс», где играет Остап Бендер в шахматы. И в этой главе рассказывается про город Васюки. А наш город Космодемьянск явился, что? Оставлю я свой. Хорошо. Явился прообразом, прототипом города Васюков. Именно поэтому в 1996 году в нашем городе Космодемьянске был создан музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера. А вообще в этом романе, знаете, какая главная идея и сюжет этого романа? В этом романе герои Остап Бендер и Кирилл Воробьянинов ищут бриллианты. А где они ищут бриллианты? Стульев. А сколько стульев всего? 12. Вот он, алмаз. Вот он, бриллиант. Вот бриллиант этот в стул не зашит, он находится на поверхности. А философия, идея такая. Каждый из вас, каждый из нас, все самое замечательное, все самое дорогое, ищем мы с вами где-то далеко за 3-9 земель. Нам кажется, что все самое красивое, дорогое и ценное находится где-то далеко. А на самом деле, как обычно, да, в жизни бывает, все самое дорогое, все бриллианты находятся на поверхности, то есть рядом с вами, рядом с нами. То есть вы друг для друга должны стать кем? Бриллиантами, ценными. И вы должны друг друга беречь, уважать. Вот мы свой бриллиант в музее нашем бережем, а вы берегите бриллианты, которые находятся рядом с вами.